Итак, здравствуйте, автонавигатор X-Play PN980. Имеет интерфейс обмена данными мини-USB. Имеется выход на наушники 3,5 разъем. Слот для карты microSD. В этом навигаторе установлен TV-приемник. Можно смотреть телевизор на нем. Здесь антенка у него. Вот антенна выходит полностью, раскладывается. Так. На верхнем торце кнопка включения. На правом торце ничего нет. Давайте включим устройство. Вот так он включается, меню приветствия X-Play. Основное стандартное меню. Вот самое интересное — это кнопка TV. При нажатии, ну, теперь антенна выпущена. Сигнал плохо принимается. Все, ухожу отсюда. Кнопка система. Можно настроить громкость, подсветку отрегулировать, дату настроить, язык. В системе калибровка экрана можно произвести. Ну и, соответственно, сброс настроек. Bluetooth есть, может соединиться через Bluetooth канал и подключиться к интернету, допустим, через телефон и обновлять сервис на Vital пробки. Все, в общем, все, что я хотел сказать по данному устройству. Что плохо в нем? Здесь стандартные значки навигации, то есть путь навигации нельзя выбирать. При обновлении придется вручную прописывать стандартное название экзешников. Все, всем спасибо за внимание. Если будут вопросы, пишите внизу видео комментарии.